Поехали. Здорово всем. Здравствуйте, девчонки и мальчишки, а также их мальчишки, их же там девчонки. Здоровенько вам всем. Ля как? Спел песенку. Ой, какой певец, молодец. Какая вероятность стать фулл-тайм стримлером? Нулевая, блядь. Таким онлайном нулевая. Мне кажется, чтобы, типа, можно было чисто посвятить себя полностью стриму и там видео всяким ютубам, всяким таким штукам. Я не знаю, это надо, наверное, ну, 1000, чтобы хотя бы людей было где-то так в среднем. Ну, я не шарю, но, как бы, как там, в богатых дела, но вот. Мне кажется, где-то так. Поэтому так, в качестве хобби, не более того. Так, мы сегодня с вами часика два поэрпэшим. Потом я поеду смотреть UFC бои. Сегодня будет хорошо. Так, у нас Круза, да, в сети только. Павел, давай, подключайся, заходи. Так. Минуток 5 без меня. Добро. Ждем, давай. Так. Наверное, мы в качестве падры повеселимся для старта, да? А у нас Морна где? Морны нету? Морна. Морна. Так. Наверное, на падре маленько пока покатаем. Более безопасно было. Спасибо за посещение. Да, пожалуйста. О! Убрали машинку, кстати. На кой он тебе? Так он бомжа отыгрывать будет. Вот на кой. Какой-то протектор корявенький еще на колесиках. Со, добро пожаловать всем, кто подключился. Сегодня у нас два чатика по РПшим. Будем делать с Пашей нарезки, типа, в хронологическом порядке в виде сериала по этому серверу, по тому, как мы отыгрываем. Ключевые какие-то отыгрыши будем туда вставлять и выкладывать, потому что я посмотрел на ютубе откуда-то по поиску аж 120 просмотров на пролово видео, но как бы смотрят мало, потому что, ну, понятно, 3 часа сидеть смотреть не особо интересно, наверное. Хотя кому-то, может, интересно. А вот нарезку, если сделать, мне кажется, может выстрелить. Посмотрим. Да, Шелдон, именно так. Вот, да. Сейчас 2 часа поиграем и поеду я от тебя. Поеду UFC смотреть с мальчишками. Через 10 минут буду примерно. Какого хрена мы договорились на 7? Я что тут, блядь, делать буду сейчас один? Что я буду делать? Поехали Круза развлекать. Поразвлекаем. Как 2 часа поиграть и бежи к 12? Это бой Хабиба начинается в 0:30, а бои начинаются с 9, по-моему. Я к 9:30 поеду. Поэтому заходи, пошли играть. Так, Круза у нас шериф. Пойдем шерифа развлекать. Пускай мне тайзер даст. Оля. А, это не шериф. Здравствуйте! Понятно. Интересно тут получается. Сейчас я сделаю фотографию, потом кое-что хочу отыграть. Хуба-буба, ну.
так вот. Сделаем фоточку. Потом кое-что нарисую. Так, вот Ваня заходит, это хорошо. Так, сейчас я себе скриншот кину. Я сейчас появлюсь там, где в прошлый раз вылетел. Да. Так. Так, секундочку. Оп. Пиздося, ну а что поделать? Бери в аренду тачку и ехай. Ой. А что тут? Вот, построят дорог, потом не выехать. Сейчас будем искать. А я был какой-то странной игрушкой без меня. Так, какие у нас дела сегодня? Надо металлоломы насобирать, чтобы Паша до оружия прокачал эту себе, как она называется. Вы поняли. Станок. Бомж нужен. Понятное дело. Где Морна? Пишите Морне, кого хрена, где бомж? Я зайду, короче, обсудим все. Понятное дело. Так. Надо денежек еще подзаработать, наверное, да? Сколько у нас? 23 тысячи баксов. Может быть, на падре купить грузовичок какой-нибудь для перевоза, короче. Ля! Вообще есть идея, Паша, слышишь? Давай, заходи, есть идея. Может быть, надо на туре купить грузовичок. Сейчас падре съездит, посмотрит, сколько это денежек стоит все. Машинки, машинки, машинки. А где эти тачки продаются? В упор не вижу. Авто, авто, пара, пара, папа, папа, магазин. Ухля. Кто-нибудь видит картинку? Здорово, князь. О, автосалон. А где он? А почему автосалон теперь там? Они все-таки решили ограничить, получается? Ой, ё-моё, это же... далеко ездить теперь. Все-таки ограничили они игровую зону. Эх. 10 километров херачить. Ну ладно. Падре решил посмотреть, сколько стоит грузовичок. Зачем нам грузовичок? Нам грузовичок нужен для того. Для того. Надо на Дина его купить, на самом деле, чтобы на мне ни хрена не числилось. Поэтому мы сейчас, короче, в церкви подождем Дина. Паш, давай, заходи и пошли, это уже хватит там, дурюмаешься всякой ненужной, бесполезной. Какую-то реальную жизнь свою там живешь зачем-то. Так, сейчас возле в церковь поедем тогда. Типа там начнем. Оттуда начнем отыгрыш. О, Ванька зашел. Ванкей засел. Засел такой Ванкья. Можно, в принципе, на такси доехать до туда. Давай, давай, Паша, заходи. Хватит там филонить. Опять жрешь по-любому. С Ваней, что ли, научился? С Ваня. Бля, какой придурок за рулем там. Девушка, наверное, испугалась. Ты-ры-ры-ты-ры-ры-ты-ры-ры-т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 ы-ты-ры
Я с энергосом и пиццей где шел. Оля, пицца это хорошо. Я тоже сейчас поеду, буду кушать пиццу. Распивать напитки всякие газированные. И размазать. Оля, арбуз, ну-ка, почем? Арбуз в церкви хорошо будет. Добрый день, сэр. Что, арбузы вкусные? Нет, не знаете? Хорошо, на такой-то машине еще за арбузами ездить надо. Здравствуй, милый человек. Дайте, пожалуйста, арбуз какой-нибудь вкусный. Да, вот тот дайте, пожалуйста. Ага. Спасибо. Сестры, сегодня на стол арбуз положу, порадую. Все. Положил. На велосипеде, короче, еду. Понято. Едь давай в таксопарк, будем такси заказывать. О, что-то тачка-то у падры вообще неповоротливая. Ля, трактор какой. Ничего себе. А чё еле тащимся-то на таких-то машинах? Там еще к Ване какая-то девушка на работу устроилась, между прочим. Между прочим. Так что это... Шалить будет там, наверное. Грешными делами заниматься всякими. Красивая, мы не знаем. Девушка устроилась в такси, мы не знаем. Какая разница, красивая она или нет. Главное, чтобы едой пахло, да, Вань? Остальное не важно. Церковь, церковь, церковь. Парам-парам-пам. Это машина тут. Это Чарли, наш садовник там. Вот, молодец, мужик. Работает, не покладая рук. Подожди, Чарли, садовник справа. А, это токарь Леня. Эй, Леня, ты приехал. Приснилось, блядь, князь. Приснилось. Приснил. Проверочное слово пресно. О, Леонид, ты какими судьбами к нам? Ты что, куришь опять, что ли? Ты давай, бросай это дело. До добра тебя не доведет. Вообще курить это грех. Каброны, давай. С падре не спорь лучше, Леня. Да, все, давай не спорь. А то я быстро тебе, знаешь, это, кулак гнева покажу, божий. Вот опять курит, засранец. Все ему пресно было, без бабы вот фриса. Понятно. Угу. Отмазульки пошли. Здорово, Чарли, как? Как цветочки, как гортензия? Все хорошо? Ну и славно. Дина зашел. Ох, опять крыша подтекает. Сестры сказали, надо чинить. Оп. Сейчас будем чинить. Ой, блин. Все. По церкви будем починять. Оп, там есть дырка. Хорошо. Все. Падре, молодец. Ждем, ждем, ребят. Ждем, пока это. Нах. Тарарарара, тарара. Интересно, интересно. Блин, прикольное место. Вот если бы в реале вот так вот был бы в нашем городе вот такие места. Типа, приехал, солнечно, тепло, посидел на травке, пообщался с падре. Вот хорошо было бы вообще.
В лицо вам молоток забиваю, кстати. Оп, туда. Исчезновение головы, как вам? Долбанное кресло. Все. Падре готов. Драген, ты что, опять работаешь, что ли? Опять ты вообще 24 на 7 работаешь, что ли? Там с ума еще не сошел от работы. Хочу в бассейн. Хоти. Ну, и чё такая грубая? Хочу, хочу, пожалуйста. Сейчас поедем на такси. Поедем туда смотреть. Грузовичок какой-нибудь приобретем для церкви. А? У нас же тут гараж где-то есть же там, да? Такси еще долго. Так, чё ты... У тебя же таксопарк, вот он. Ваня, таксопарк перенесли. Ты куда едешь? Ты, блядь, в город попиздячил? Ты вот сюда поехал, дурик? Нет? А, ты отсюда в таксопарк пиздячишь? Я понял. Я вообще-то возле больницы был. Возле вот этой ты больницы был, судя по всему. Надо Дину позвонить. Алло, Дина, ты где? Алло. Да я недалеко от дома. А, ты давай к церкви подтягивайся, съездим по делам. Ну, попробую. Если попробую. Все, у тебя машины Я нет? пешком. А, А у нас прикольно тебе. такси-то не работает, а все еще, да? Почему работает такси? Все в порядке. Вчера вот Вроде бы. ездил. Так, может тебя забрать? Ты где? Давай заберу. Ну, я скину отметочку. Давай, давай. Блю. Ох, вечно этот дуралей где-нибудь. Вот, кстати, тут как раз гараж есть. Сможем грузовичок, если что, этот для церкви взять. Басик с титьками, поэтому хотим. Почему ты думаешь, что я хочу бассейн с титьками? Мне достаточно бассейна, в которой будут дамы с титьками. И сосисками. Нет, сосиски это вот собаки любят, говорят. Потому что ты Антон. А ты Алина. Потому что вот. А вот так вот. Как я тебя парировал. Вот так вот. Не ожидала? Я Ляля, а нет, ты Алина. Это князь тебя Ляля называет. Кстати, князь, ты тут? Ты тут, нет? Ушел уже? А. Короче, мы с Мехти в начале следующего месяца приедем в Тюмень. Заедем с тобой фоточку сделать. Так что готов пирожки нам там вкусные какие-нибудь с капустой. Вот. Мы поедем в Тюмень на 1-2 дня. А у нас больше никого нету в Тюмени? Поедем на 1-2 дня в Тюмень, короче. Вот. Мехти же у нас
директора ресторана, ему нужно, тот, который короной болел, да, он директор ресторана, и его отправляют в этот, в Тюмень надо, короче, типа, по этим, по ресторанам пройтись, типа, посмотреть, что там, как у конкурентов, и вот меня с собой берет. А типа, ОЗК, что такое ОЗК? Когда командой пойдем в угли? Когда соберетесь, блин? И где он тут? А, загорает. Смотри-ка. Хорош валяться. Ехали давай. Хорошие дела, благие не ждут. Как Здорово. спалось? А, лучше всех. С Божьей помощью. В общем... Какой-то сон снился про истребители военные, что-то Да, непонятное. там какие-то ангелы смерти, что ли. Что-то дичь какая-то. Ну, это эти сестры наши перед сном телевизор не выключили, там показывали какой-то боевик. Так. В общем, что, надо сейчас до церкви. Есть идея для того, чтобы в дом сгрузить все разом. Предлагаю съездить, прикупить какой-нибудь грузовичок. Вот. Согласен, да. Да, съездим за грузовичком, оформим на тебя, чтобы подозрений никаких не было. И съездим, наверное, наверное, посмотрим вместимость его там к нашим знакомым на железный этот завод или что там, я так и не запомнил, кстати. Надо А набрать что, как-то. есть деньги на него уже? Ну, сейчас посмотрим, сколько стоит. Я потому и хочу съездить. У меня 10 000 есть. Вот, скинемся. Уж на 30 тысяч-то что-нибудь купим, я думаю. Только поедем, наверное, на такси, а то это... Не хочется сейчас на катафалке за грузовиками ездить, заподозрит еще ничего себе. Ну да, все-таки служебный транспорт. Конечно. И так уже мы на нем ездим. А так хоть на грузовичке передвигаться будем. Ну и вообще, это надо будет съездить тебе сегодня, наверное, новую маску присмотреть. Вот. Так сказать, на дела сегодня поездишь. То денег у нас что-то в организации мало. Я тебе покажу сейф, дам ключик, код от сейфа. Надо туда все складывать. Но только в этот раз побезопасней будем это все делать. Попробую шерифа Ну, лучше бы сегодня, блин. вообще кто-то другой все это делал, на самом деле. Да какого у нас нету никого? Еще никто из Италии не подъехал. Он для Кстати, велосипедист какой, спортсмен. смотри. Но... В здоровом теле здоровый нож, да? Ну что, заказывай такси тогда. А у нас, видишь, прихожане машину Угу, оставили на пришел ночь. кто-то, смотри. А, Или это садовник? это Глеб. Нет, это не Глеб? садовник, Новый он кто-то? пожарную безопасность проверяет. Мы же поставили эти противопожарные системы. Давай такси вызывай. Надо будет через банкомат только проехать. Ох, можно пока насладиться лучами солнца. Че, назначили машинку, нет? Ну, не знаю, я вызов оставил. Ждем. Хорошо. Что-то написали. Да, едут. Ну, хорошо, я пока позагораю. Наслажусь, так сказать, наслаждаться видом, кстати, буду. Морна, давай, Да бомжара, какая-то заходи в игру. серость на самом деле. Солнца не видно. Ну, нету повидла. И это тоже. Опять полбака. Так заправься. Что ты? Это Глеба машина, да? Да. Модная какая-то, да? Без номеров. Ну да. Я первый накопил почти на PS5. Только она мне не впизу, не А у красная, нее телек мне сзади там номера. забей. Счет минусовой, что тебе не заправиться? Че говоришь? Сзади номера. А. Так завтра, если сейчас не дома. Ну понятно, все с тобой, короче, ясно. Завтра в Among Us же играем.
Колокол хорошо звенит. Что с ума сходишь? Че там, такси надо? С другого города едешь, что ли? Да, видимо. Понятно. Правильно. С заботой о машине всегда надо относиться. Ёп, чуть не упал. Что они, машины-то закрыли здесь все? Нет, смотри-ка. Вот ведь Чарли, а. Так ведь и угонят. И это что ли тоже? О! Эй, Глеб, я покатаюсь на твоей маленько. Какая. Хо-хо. Глеб, у тебя что-то с тормозами все плохо. Ладно, там с Чарли сами решите. Там что-то немножко поцарапалось. Протри мне ладошки тоже. Ага. Спину только не замарай. Ага. Воздух протираешь. Что тряпку бросил, подними. Понять да, будет. Да, пусть лежит. Есть охота, я что-то не взял ничего. А нет, хлебушек есть. Хорошо, когда сестры пекут хлеб. А чё, где стример, не накрасится сегодня? Здорово, Димон. А я же в РП не это самое. Чё ты? Уровень масла проверить хочешь? Я же не показываюсь еще. Ну ты понял. Какой-то странный у тебя способ уровня масла проверять. Вот здесь вот щуп, по-моему. Да я решил это. Хот-доги пожарить. А, пока горяченький мотор, да? Ну. Да, у нас же плиты-то нет. Конечно, откуда? Прихожане не ходят. Что заниматься вообще какие-то есть? Да, таксист. Что-то не торопится. Вот так вот, падре магет. Ра-та-ти-ра, ра-та-та. Рататара, ратати. Опа! О! И приехал. Это святой все танец, понятно. Святой танец вызвал такси. Здравствуйте. 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 Так, нам, здравствуйте, пожалуйста, в автосалон на севере. Но надо проехать через какую-нибудь заправку, там покушать, прихватить. Вот здесь вроде. И еду продают, и заправиться можно. Да, ну давайте. Как ваши дела? Как в такси? Недавно сервис запустился, да, вроде? Да, вот совсем недавно. Девочку одну набрали еще. Как вы ее набрали? Водой, будет, что ли? Взяли в штаб, я имею в виду. А.
И что, как она? Вроде хорошо будет. Понятно. А то это... Женщины должны вон, сестры идти к нам. А в целом как? Ну, конечно, интересно. Она. В целом клиентов мало. У нее? Вообще. Нет, нету тут магазина. Магазина нет. Давайте дальше тогда проедем. Вон там впереди еще что-то есть. Давайте. У вас же по километражу считает, да? У нас главное вроде, ну ладно. Да, так, здесь тут тоже водители нет. бывают такие, что не особо хорошо водят. Дальше. Да. Дай дорогу дураку называется. О, как, хорошо в такси-то платят? Ну так, хотелось бы побольше. Что, недостаточно средств? А то... Да, пока обучался на права, залез и долги. Сейчас вот с каждой зарплаты отдаю. Много долгов. Что за долги? Зачем брал деньги в долг? Ну, надо Права было купил, что ли? Отучиться на права. Нет, надо было просто за обучение на права. Здесь, кажется, тоже нет магазина. Да что ж за магазины такие? Вон дальше вроде есть. Дальше точно есть. Нам еще банкомат нужен как раз. Вот здесь вот банкомат, остановитесь, пожалуйста. А магазина нет. Ладно. Я схожу до банкомата, подождите меня. У тебя деньги-то на банкомате нет? Я не помню. Понятно. Вы нас подождите, не уезжайте. Хорошо. Давай быстрее, пока не это. О! Странно, он какой-то права купил. Но долги влез. Влез зачем-то в какие-то Поручать долги. Надо. Да, можно, кстати, предложить ему подработку небольшую. Интересно, как насколько быстро он ездит. Может, кстати, это подтянуть его на наши делишечки. Надо проверить его. Пообщайся с ним сейчас на эту тему. Ну так, невзначай. Разыгрывает тендер на услуги тюнинга транспортных средств. Тендер. Понятно. А, спереди садись, пообщайтесь. А Так. давно за рулем-то вообще? Ну, давненько так. Раньше был гонщиком профессиональным, потом попал в аварию не по своей вине. У гонщика? Там один гонщиком, а быть профессиональным гонщиком. А. В гоночках участвовал. Гоночках. Куда вам надо было? Так, нам надо в автосалон вот сюда. Ничего себе, у вас форма какая, только заметил. Да? Там теперь выдают такую. Вроде форма красивая, а денег все равно не платят. Видимо, руководство решило привлекательность убрать. Что-то и двери шалят у То вас в есть машине. водить вы хорошо умеете, да? Гонщиком в гоночках хотят туда. Ну да, неплохо. Опыт большой, да? Достаточно. А зачем вы спрашиваете? Я думаю, если такси взяли, значит уже можно сказать, что опыт хорош. Так, может, Водить умею только что хорошо. права получили, вы говорите. Кто знает. Я Вы права без прав ездили, да? получал. Нет, просто проблема в том, что те права, которые у меня до этого были, они здесь были, как сказать, невалидны. Понятно. Нарисованы, да. Бюрократия, такая бюрократия. А какой у вас рабочий день, график? Ну вот как на смену заступил, так и поехал. Понятно. Так скажем, свободно. Свободный график — это хорошо. Верующий?
честно сказать, в ту аварию я молил Бога, чтобы выжить. До этого как-то атеистически, так скажем, устроен. Но теперь-то верующий. Теперь, после того, что со мной сотворили врачи, я думаю, что на немножечко приблизился к Богу. Это хорошо. Почему-то только у нас все после каких-то стрессовых ситуаций к Богу приходят. Такова натура человека. Ну, мы сами выбираем, во что верить. Ну, видимо, машин не видно. Это философская тема. Ну вот, приходите к нам в церковь на по воскресеньям, послушайте. Глядишь, поверить. Байкеры стояли. Ну, это грешники. А вы можете свой телефон оставить? Вам да, подработка, давайте, я так понял, нужна. Если появится что-то, так я вам позвоню. Ну, мало ли, я вдруг, чтобы в такси с этой комиссией не заказывать машинку, так мы бы так напрямую вас вызывали. Сами понимаете, в церковь, хорошо. Чем дешевле, тем лучше. Ну да. Я вам телефон оставлю позже, после остановки. Ну да, за рулем. Потому что во время вождения. Ну да, конечно, нельзя. За рулем-то, ну. Священный рэп поедет. Да, его с дверью что-то, мне кажется. Да, что-то дверь пощелкивает. Да вроде все хорошо. Да? Ну, это нам чудится, наверное. Как гордо Йота себе знать. Машины старые. Тут у нас и машины старые, на самом деле. Понятно. Разъездились. Ты посмотри, а даже без шлемов едут. Да, да. Да нет, вроде в шлемах. А, не, какой это шлем это? Кастрюля. У него еще машины эти не прогружены, видимо, поэтому так выглядит это все. А вот там, прямо к автосалону, подъедьте, пожалуйста. Ага, вот здесь вот. Сколько с нас? А, сейчас посчитаю. Давайте. Ну, святой отец расплатить. Было 3 остановки, 560 долларов. Достаточно большая дистанция, плюс 3 остановки был. Да, сейчас я выйду, у меня в кармане просто. Дина, иди пока в этот, посмотри уже, поговори с менеджером, я расплачусь. Еще. Так. Скажите пока номер там, прочее. Вот вам за поездочку, спасибо вам большое, сдачу оставьте спасибо. Себе. А номер телефона 555? Я тоже запишу. 5098. Зовут Райан. 555, что там дальше? Давайте сразу я тоже ваш запишу. 9098, кто расслышал? Так, а как еще раз 555-9098? 555-5098. 5-5-0-9-8. Ага, хорошо. Ну вот у Дина номер возьмите. Ага, я записал. Дина, ты там поменяйся телефончиками. Я пока пойду машину встретить. Денежку я вам передал. Спасибо вам большое за поездку. Рад знакомству. Приходите в церковь. Так, 5. Я уже придумал, как мы с ним сейчас отыграем. Здравствуйте! Падре бы хотел присмотреть какой-нибудь дешевенький грузовичок для церкви. Что у вас есть? Так, минивенчики, да, надо какие-нибудь? Бля, вот такой надо за 19 тысяч. Во, само то. Есть за 19, есть за 29. Не, ну вот за 19 возьмем простенький какой-нибудь, да? Можно. Бля, с акулой какой, а?
Да, вот этот вот за 19 буррито взять. Ага, спасибо. Сейчас купим, сейчас вот у нас оформим на другого человечка. У меня просто с собой документов нету, сейчас подойдет. Там по телефону звонит. Я придумал сейчас, как мы этот таксофрай, я понял. Я придумал, как мы сейчас с Ваней отыгрывать будем прикольную штуку. Так, а у нас интересно, а у нас супер отмычек-то нет, наверное, больше. Надо посмотреть. Сейчас они вон по телефону разговаривают. Им только дай его, они же там весь день протараторят. Сиденья не сидячие. Доставить автомобиль, незаконная деятельность, что? Чего? Ну что, долго там лялякать будете? Я уже все выбрал. В общем, это. У тебя сколько денег? 12. Да, 10. 12 на хлеб. Я 2 на понял. хлеб. Сейчас я тебе денежку дам. А что, там есть уже? Я Да. думал, не хватать будет. Возьми, модель называется Бурито. Желательно черный. Хороший минивенчик. Нам подойдет. Так, я попробую еду поискать здесь. А тут еда-то не продается, наверное. Ладно. Все ларьки закрыты. Ну что? Вот это, да, вот на него оформите, пожалуйста. И чё? У вас что-то автомат барахлит, вроде чипсы купила, а они что-то не это. Работай! Автомат у меня 4 бакса украл. Ну что? Там стоит, припарковали. Да? Ну поехали, все, с документа оформили. Да, ключи выдали, все дали. А что тут? Да вот Ага, не понял. знаю, надо поговорить с Филом. Сегодня сейчас этот общаемся, есть у меня идея насчет этого таксиста. Пойдем. Меня тут продавец шепнул, что можно сюда машины сдавать. Да? Надо узнать, какие расценки. Глядишь, у Фила получше будет. Так, давай за руль. Так, у меня ключи. Ага. Всякий случай. Наверное, нежелательно, чтобы нас в нем видели сейчас. Конечно. Значит, смотри, До церкви? какова идея? Нет, поехали к дому. Тебя отмычек нормальных не подвезли еще? Не знаю, нужно проверить. А давай Мне заедем кажется, пока что сразу нет. за металлом, заедем. Мне сегодня привезли этот, прислали на почту, как делать хорошие отмычки. В прошлый раз у тебя что-то не очень говоришь, да, качество у них получилось. Ну да. Ну, сейчас давай съездим, возьмем у наших Интересно, он друзей нас материалы. заметит или нет? Приметна ли машина Наша для нет. окружающих? В принципе-то нет. Аккуратно, если ездить, только будешь. Заметил, как он странно ездил, сбивал всех? Шумахер. Да, да. Ну, видно сразу гонщик. Ну да. В общем, смотри, идея какова. Сейчас, значит, едем за материалами. Все подготавливаем. Делаем нормальные, хорошие отмычки, чтобы они нас не подводили. Потом я, значит, вместе с тобой вызовешь его. Вот. Мы где-нибудь встречу с ним назначим. Переговоришь на тему, объяснишь ему, что как, предложи ему подзаработать денег. Я переговорю с Филом, как он сейчас где вообще принимает, не сменил ли он место. Вот. Ну и пускай на нас поработает немножко. А что конкретно ему делать-то? Да пускай машины Филу отгоняет тоже. Посмотрим, Ну и заодно мы ему проверим его. точку, он нам проценты, да? Конечно, конечно. Точнее, мы ему проценты. Конечно. Ни хера себе, еще он нам проценты не платил. Во-первых, Фил расплачивается, так А, кстати, скажем. тоже вон справа фургончик неплохой стоит. Да.
Во-первых, фил всегда рассчитывается деньгами с офшорных счетов. Эти деньги нужно еще здесь легализовать. Но у меня есть связи, поэтому для нас это не проблема. А вот для него, скорее всего, это будет проблема. Ну и ты предупреди, что эти деньги не нужно светить ни копам и нигде. О рисках тоже предупреди, что не дай боже его там поймают, чтоб ни слом, ни духом. Да, интересно, сейчас обыграем, короче, сейчас мы его... Запись, еще звук не все, молодец. Ну ничего, у меня как бы есть этот, горе-режиссер, ну понятно. Нормально. Ну и, собственно, вот, глядишь, будет на нас работать. А там посмотрим, если будет хорошо себя проявлять и приносить денежку, то, может, подтянем его и на гонке. Помнишь, я говорю, что хочу нелегально устраивать? Ну да, да. Возьмем ему какую-нибудь машину быструю. Хотя, может, у него эти же гонщики, у них же своих машин еще полно. Надо поговорить с ним. Но я-то не буду с ним общаться, ты с ним разговаривай. Не будем забывать, что я всего лишь падре. Смотри, а как он не сгорел еще на солнце. Че, медленно? Че ты там? Не едет, что ли? Да проверяю. Обычно здесь шумно у бара. Mm-hmm. А, ну да, ну да. Спят, наверное, все. Напьются, а потом это... Ага. Есть охота. Ты не взял с собой ничего? Да по пути, может, сейчас. Да, найдем. Если по пути что-нибудь увидишь, давай остановимся. Надо сестрам хлеба. А вот здесь магазин взять. Как раз будет. Ну, вот отлично, сестры хлеб просили. Механику второго телефона. Но почему? Дина-то у нас не под прикрытием, то есть все нормально в этом плане. Я-то не буду с тобой ничего сейчас обсуждать, сейчас Дина будет с тобой обсуждать. Сейчас решим. Ты давай-ка это, мету тут не пали, сиди тут, стрим снайпит. А вот здесь высади меня, я это куплю. Сестрам хлеба. Кошку не сбей. А кошка какая хорошая. Беги давай. Здравствуйте. Можно у вас хлеба взять? Свежий? Ага. Че? И водички, пожалуйста. Ну, спасибо. Храни вас Бог. Один товар за раз купить можно, я знаю. Там на заборе такая кошка сидит. Прикольная. Да? Где покажи? Вот справа. О, какая хорошая! А какая? Может, церковь фиолетит? Кто такая хорошая тебя? Ой! Оп! Ты чё кошек пугаешь, дурной? Я поймал. Я поймать хотел. А ты дурной. Поехали. Так, да. Что случилось? А, падает такой шутник. Садись, давай. Так, сейчас материалов, значит, набираем, едем к дому. Я там как раз пока переоденусь, пока чё. И встречу надо подумать, где ему назначить. Мы встретимся без маскировки. Ну, я... Обычно ведь, да? Ну, ты в пиджачке, прикинешься, все нормально, по форме. Ничего страшного. Легенда та же, ты работаешь водителем. Все в порядке. Я не думаю, что вот этот... Ну ты что ты? Это деревенщина, а, совсем оборзел. Дина, разберись с ним. Давай, разберись с ним. Совсем обнаглели вообще, что ли? Ты почему на встречку выезжаешь, придурочный? Отмоли его там сразу. Все, земля ему. Земля ему пухом, все, поехали. Ладно, садись.
Хреново, что пересаживается сразу автоматически на этот. Фару нам разбил. Да придурочный вообще какой-то. Надо будет потом механиков вызвать. О, скорая за ним. А вот. Справа что за место? Не знаю. Ну какая-то свалка похожа на то. Свалка какая-то. Интересно. Департамент шериф разыгрывает тендер на услуги тюнинга транспортных средств. Тендер, это типа кто-то может... Что? Не совсем понял, если честно. Да, вот если машина сломается во время дела. Ну, новая-то не должна, она же на гарантии. Да и вообще просто, как ее чинить, если нам желательно не выдавать себя? Таксист будет? Ну... ПЛСК ездить. Разберемся. Надо вообще его использовать, если он вдруг захочет. Я же говорю, таксист весь в долгах, и я не думаю, что он будет отказываться. Ты главное его припугни как следует, что если он хоть слово про нас что-то скажет или там копом сдаст, то в принципе ему здесь уже не жить. Я потом, если что, Хуаноса подтяну, чтобы они за него все пробили. Как его там, Райан звали, да? Да, Райан. А фамилию он не сказал? Нет. Потом узнаю на фамилию. Документы вообще, в принципе, можешь у него взять, сразу зафоткать. Так, вот здесь, ага, аккуратно, никого нет, как раз сегодня выходной. Аккуратнее, еб... Ну что, начали? О, умывальник! Опять старый умывальник тут, смотри, сколько. Это такое добро выкидывают, конечно, да. Молодцы. Все о церкви, все о церкви. А багажник-то вместительный, кстати. Вот батарею нашел. Ты что-нибудь нашел интересное там? Я не знаю, тряпки бывают какие-то попадаются, но они не нужны нам. Ну да. Сколько у него вместимость, как посмотреть, интересно. А, во. О, так там ни хрена себе можно загрузить. Слушай, хорошая вместимость у грузовика. Прям хорошо. Че, по последней? Ну да. Больше не войдет. Ты, Ваня, не забываешь, что то, что ты увидел на стриме, ты это как герой, ну, типа, как игрок не знаешь. Поэтому не вздумай это использовать. Ну все, хватит. А то уже вон кто-то в окно, по-моему, поглядывает. Что, багажник с кнопки закрывается, что ли? Ничего себе. Хорошая покупка. Так, поехали к дому. Да. Я вас только чат включил. А, хорошо. Опа, смотри, на новостной ленте что пишут. Да я читал, но что-то не понял. Разыгрывают тендер. Это что значит? На услуги тюнингра. Тюнингра, кстати. Тендерт. Ну, кто-нибудь богатенький тендер выиграет, будет тюнинговать машины. Скорее бы уже, а то хочется и тонировочку, и пуленепробиваемые стекла все-таки.
Так, у нас бензина очень мало. Давай тогда вон сзади заправка. А то сейчас мы еще с этим добром, если встрянем где-нибудь посреди пустыни, вот здорово будет. Согласен. Потом надо будет это, в церковь отгонишь, надо будет попросить, чтобы второй подпол сделали. Да есть тоже спецы. И давай заправляю, подышу пока воздухом. Люблю запах бензина. А здравствуйте, а вот фару можете поправить маленько? Придурок бросился под колеса. Ага. Спасибо большое. Ну что ты там? Ну еще. Чувствую процентов 10 еще. Какая у тебя чуйка хорошая. Все, поехали. Заправился? О, да. Ну, хорошо. Прям тютелька в тютельку. Прям как лилипуты. Сейчас мы Ваньку подмажем. Здесь тоже какой-то гараж рабочий. Кажутся заброшенными, а на самом деле работают. Ну давай, кто кого? Ты давай поаккуратнее води, а то сейчас еще копы подъедут. Здорово, Мудрагин. Ты что, опять работаешь? Нет? А чё не на сервере? А, уборкой занимаешься, я понял. Что ж эти чайки под колеса лезут? Ну, на черный цвет они падкие. Как моя бывшая. Вот, ружье надо будет купить, эту кряку пострелять. Вот. Давно дичь не ел. Вчера играл до часа ночи. Нормально. Вас все, вы полицейскими вас сделали? Прошли вы там эту аттестацию или что там? Сцепление едешь. Меркуриал Год, привет, ну, привет, да. Братик, присаживайся. Да, вчера принял. Отлично, отлично. А, Дошик, здорово. Здорово. Я чую, говядинкой запахло. Бля, теперь Дошик захотел. Сука. Сука. Че как, падре? Да все путем. Шалим. Сейчас будем пакостить. Надо будет номер шерифа узнать на всякий случай. И Ванечка, и Паша скучился. А вот Паша вон за рулем. Ваня в такси ездит, сейчас будем с ним отыгрывать, кстати. Так что оставайся, девочка, с нами, будешь нашим королем. А давай туда прям заезжай. Аккуратно только вон. Не снеси ничего. Да езжай, я садовнику потом скажу, нормально все поправит. Ездит ты на парковке. Так ты с NPC-шниками пока бабки зарабатывай. Такие херовые ты таксист. Ну да, такой он у нас парень.
вызывает. Так ты NPC-шниками, там же с NPC-шниками можно отыгрывать. Все, тормози. Так. Ты тогда давай занимайся, и я пойду переоденусь. Отмычки те самые. Да, сейчас нормальные отмычки сделаем, а потом поедем на дело. Назначим сейчас вот. От зараза, все в следах теперь. Назначим встречу таксисту. Встретимся с ним, переговорим. И подтянем его на дело. Засранец, все весь газон попортил, а ты посмотри на меня. Ну что, как успехи? Ну, скорость сократилась. Видимо, руки уже не те. Ну да, ну да. Там должны были прислать инструкцию, как получше делать. Нормальные отмычки там. Да, нет, ничего пока не вижу. Вплоть до оружия. Оружие тебе еще рано делать. Я бы из оружия, сделанного твоими руками, вообще бы даже не решился стрелять. Что-то застрелишь сам себя. Ты все выгрузил-то? Нет. Понятно, лентяй. Потыкай мне тут. Ладно, сори, я просто залетел отметиться, так сказать, завтра весь поиграем в Among. Хорошо, давай, всего вот тебе хорошего, хороших тебе выходных. Самое интересное сейчас пропустишь, кстати. Опа. Что такое? Ну, сейчас вот эту доделаю. Там вроде что-то есть. Мне Квест. кажется, я прогрессирую. Мне кажется, ты просто инструкцию не прочитал. Там Нет, все. нет, нет. Так здесь с обратной стороны. Ой. Что? Ну вот. Написано, как делать наручники и как делать суперотмычку. Сразу-то не мог прочитать, что ли, дурында? Материала, кстати, больше Ну, нужно еще бы. будет в два Конечно. раза, Еще бы. даже в три. Оп. Вы были? Нет, мы пока сейчас подготовительные работы делаем, так сказать. Да, делаем. Ты его отмечался у него? Да. Мысли вслух. В сериале будут спойлеры, ну и что? Нельзя, ты знаешь, что нельзя писать мету и нельзя использовать метагейминг. Вот в этом фишка. Так. Так, нужно вот это лишнее убрать куда-то. Тебе оно что, не пригодится потом? Мне кажется, нет. А мне кажется, да. Там же вон в инструкции написано, для наручников нужно. А, ну да. Так ее сделать-то легко. Ну, смотри. Я думаю, что тебе надо сделать штучек
Наверное, 10-20 для этого таксиста. Отмычек. Наручников, что ли? Отмычек. Чем наручники? Он машины что, наручниками Таксисту, что угонять ли? будет, что ли? Радует, что не пропадает вот эта вся штука. Мне кажется, это все обратно сейчас грузить придется. Зачем? Ну, мне оно пока не надо. Ну, пускай здесь лежит. Что не будет с этим? Явно не в машине это возить. Вань, ты только старайся, а кнопку не отжимать, пока не закончишь фразу, потому что... Ухо, ухо, почеши ухо мне, почеши. А, сейчас. Почеши ухо. Я не могу дотянуться. На. Оп. Хорошо. Ну. Больше не чешется? Нет, вроде нормально. Ну, хорошо. И материал закончился. Все. Че, долго тебе еще тут возиться? Ну еще 13 штучек. Получен вызов о драке у поместья Вайнвуд. Ничего себе. Сколько еще? 13 штук. До 20. Ага. Так, я пойду пока машину из гаража достану, прогрею. Ты эту потом отгони в гараж и поедем. Угу. Давай, им сейчас приедут. Нет. А, поместье Вайнвуд, да, точно. На удар вызов получает. Да там на удар вызов получает. Сейчас пиздец. Ну да. Там Крузо уже летит, наверное. Летит, летит на вызов такой. Все, сейчас я их, ага. Не было вызова никакого. Вот. Ой-ё. Ну, вон, подъехали. Он все-таки приехал. Ладно, сейчас поговорим. Здравствуйте, шериф. Добрый день, сэр. Вызов поступил, знаем. Немножко поругались с женой. Да. Так в порядке? Да, все хорошо, с женой говорю, немножко поругались, бывает, знаете. Пришла ночью опять вся хорошо. Пьяная. Простите, пожалуйста, мы вам что-то должны за вызов? Нет, нет, сэр, хорошо, хорошо. Ага. Все хорошо. Вам тоже. До свидания. Я говорю, Крузо, вперед планеты всей уже прилетает. Молодец какой, а? Ты медицинскую справку сделал? Да, но ее еще Паша не забрал. Молодец, Крузо. Ну, тоже делать. Да сейчас, сейчас ему появится, что делать. Он за тобой поездит, не переживай. Так. Обносенти. Оля. Я забыл, что на удар этот вызов поступает копом. Сука. Вообще забыл. Прикольно. Но молодец, быстро реагирует. Быстро реагирует. Прям за сколько он долетел? Он же реально... Ну сколько? Минуты не прошло, он уже подлетел сюда. Когда там кустики пляшут. Паша, все, давай, поехали. Сколько там сделал, столько сделал. Так, он же у нас ездил, тонировал машину, значит, тачка затонирована. Ну, надо будет отыграть, это просто, блин, сбрасывается каждый раз.
Так, пойду возьму липовые документы. Мне там прислали как раз. На всякий случай. Вы что, на дело идете? Да. Код 4 по вызову по месту к сведению, по территории входит мужчина в маске. Сука. Не в маске, а в бандаже. Засранец. Так, сейчас копирую вот это. Блин, вот за копов, наверное, вообще прикольно отыгрывать, но я не буду, наверное, никогда играть за копа, потому что вот эти все коды изучать, я с ума сойду вообще. Так, надо еще за справкой съездить по-любому. Возьму-ка я ствол на всякий случай. Колесо странно. Так, ну пока там суть до дела, кто-то копов вызвал. Но я с шерифом поговорил, так все в порядке. Я взял липовые документы, если что, меня зовут Джон Уилсон. Мне тут подготовили. Сейчас, значит, да, прежде чем поедем на встречу, надо доехать до больницы. Ты справку так и не забрал или забрал? Нет еще. Значит, надо ехать до больницы, забрать справку. А фургон-то в гараж загонять или так оставить? Да кто сюда зайдет? У меня территория тут охраняемая. Поехали. И это... Которая? Там на бумажке новый рецепт появился. И что? Мелким шрифтом. Так, и что там за рецепт? Что за рецепт-то? Какой-то медный самородок вроде нужен, что-то такое. Че на револьвер и на обойму. О, это уже хорошо. Надо будет узнать, где медные самородки тут у нас бывают. Надо с шахтерами надо будет пообщаться. Так, давай до медицинского центра доедем быстренько. Оттуда уже позвонишь таксисту. Угу. Ты... Напомни, у кого справку брать? Да там врач как, будет. Как зовут? Карлита ее зовут. Ну такая, с титьками. 2000 ей дашь. Справку выпишет. А еще это... Ты там все, что хочешь таксисту передать, в багажник бы убрал на всякий случай. В смысле? Ну, в прямом, вдруг тебя сейчас копы остановят. Да. Да, надо сразу тогда сейчас. Ну. Вот ты, скотина, лося сбила. Че, в порядке он там? Да, очухался. Я в детстве очень любил про Бэмби смотреть. Постоянно комок в горле стоял. Все переложил? Ну, отмычки только вот эти все. Ну все хорошо. Больше ничего нет. Только не привлекай внимание полицейских вождением своим. Та-т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 а
Так, надо позвонить Филу, узнать, где сейчас тот, где он принимает машины. Так, сейчас. Так. Я там спросил. Все ли нормально, точка. Слушай, сейчас позвоню Филу, уточню. Алло, Фил, здорово, как сам? Нормально, все в порядке? Ты что, все там же принимаешь? Ага, да, мы тут походу конкурентов твоих увидели, но ты не переживай, мы с тобой работать будем. Да, сегодня жди. Есть у нас один там кадр на примете. Если писанется на работу, значит подвезет. Да, цены все те же, он про деньги будет в курсе. Ну и так, пригляди вообще, как он там себя чувствует. Нервный, не нервный и так далее. Ага, давай, обнял. Все в порядке, он там же принимает, все хорошо. Так, напомни, кого там мне надо? Карлита с титьками. Справку возьми, что мне бандаж нельзя Карлита снимать. С титьками. Да. Такая, увидишь. Все. Итальянка. Понравилась тачка чуваку. Че, Ваня, готов адреналин ловить? Сейчас мы тебя будем подтягивать. А что за сервер? Привет, Скрю 133, сервер Destiny Roleplay. А если интересно, обязательно заходи в группу ВКонтакте, читай правила, подтягивайся, будем рады видеть. Ссылочку я дал. Господа модераторы, скопируйте, пожалуйста, эту ссылку к себе, чтобы она под рукой у вас была. А то я устану постоянно сворачивать, если не сложно кто-нибудь. Ну, на случай, если кто-то будет заходить, скидывайте. Карлит стик, я вовремя скажу, да. За рекламу заплатили, кстати, нет, конечно. Какая реклама? Это для нас же все делается. Какие деньги? Ребята и так стараются на всю катушку, чтобы максимально комфортно всем было играть. А, по диплому Паши, ее не отыграет никто? Нет, отыграй сам. Ты запись, надеюсь, ведешь, мы потом тоже вставим. Отыграй сам. Ее не отыграет никто. Что тебе сейчас Карлиту с титьками отыгрывать будут? Это ты молодец, конечно. Понятно, Квенту еще писать нужно. Но без фанатизма, то есть хотя бы просто кто ты такой, кого бы хотел отыграть и все. Это такой банальный фильтр, знаешь, от этого, от серого залета всякого. Ну вот. На самом деле, без фанатизма, просто там имя, фамилия, там и вкратце кто ты. Вот. Так что это. Подтягивайся. Ребята все дружные. Если что, где подскажут, помогут. Ляк. Ну что, все в порядке? Да вроде да, все дали.
Отлично, давай сюда. Скрю, смотри, сервак запустился на Да, прошлой вот неделе он. только. Я не вскрывал конверт, не знаю, что там. Сказали все, что надо. Все в порядке, да, то, что нужно. Давай, остановись где-нибудь на парковке, звони таксисту, назначай встречу где-нибудь. Сейчас я подумаю, где. Скинешь ему потом координаты и туда подъедем. Так, где бы нам с ним встретиться? Где бы нам с ним встретиться? Давай у стадиона, вот здесь вот, назначай ему встречу. Там народу так, много сейчас. Будет, поэтому хорошо. Поэтому вот, сервак запустился на прошлой неделе только. А, соответственно, онлайн пока, ну, 6-10 человек, где-то так. Я говорю, недели только сервер, так что раскачиваем, раскачиваем. Ничего не берет. Так, ну я отправил сообщение. Жду ответ. Ну, Сразу привет. еду туда или... Тебя-то Да. отвезти домой? Не, поехали, я в машине посижу, окна же тонированы. Послушаю, о чем вы будете говорить. Главное запомни, что я Джон Уилсон для всех. Запиши у себя где-нибудь. Ну чё? Ну что там? Так, да я думаю, наверное, не поймет, куда конкретно ехать. Но он написал, что время есть, готов встретиться. Ну, поехали у стадиона тогда, встретимся, подождем его. Но главное, только когда разговаривать будете возле машины, общайтесь, чтобы я слышал все, что вы там обсуждаете. Ну что, открывать будем? Нет. Да ломай его к херам. Придурок уснул, пусть уроком будет. Он просит его забрать. Да, сейчас еще забрать его, ага. Че еще ему? Забрать. Да, странный он. Подъедь, скинь ему координаты, да подождем. Да, я так хочу. Вань, нет, рации не купили. Вань, если ты не знаешь, где стадион, вот он. Вот стадион. Я без видео вас смотрю, я тебя понял. Открывай карту. В самом низу, под буквой М желтой, круг такой большой, как стадион. Это стадион. 90,06 квадрат. Овал, бля. Ну, овал. Нам 40 минут осталось. Тут все отыграть. Красный ловим сегодня. Ну, штрафом отделаемся потом, если что, из твоего жалования вычтем. Пусть скинет координаты. Да, блядь, мы понимаешь, что скинуть координаты можно только тогда, когда ты находишься на этих координатах. Ты едь пока вниз хотя бы, чтобы мы тебя недолго ждали. Хороший стадион, ты только не это самое, не заезжай туда прям где-нибудь, парковку найди, вон справа, спереди парковка. Желательно на подземную, если есть тут.
Не, подземная точно тут нет. Ну, пошли где стали. Мне по РП не сообщили, куда ехать. А, я понял. Тебе сказали, тебе не сказали стадион? Ты ж таксист, ты что, не знаешь, что это Цитагео? Он куда-нибудь подальше воткнись. Все, отправляем ему координаты. Подождем. Мне, в принципе, ничего не сказали, после того, как я сделал. Все хорошо, все правильно. Все, сиди, жди. Чтобы вы понимали, я пока не слышу стрима, для меня это просто выглядело так, просто рандомное сообщение, нет, завал, бля, чисто я и изучение геометрии, ну понятно. Короче, смотри, когда он подъедет, каков план действий. Расскажешь ему вообще о каком предложении, что у нас есть Фил, он принимает, скажем так, не совсем легально забранные автомобили. Вот. А сядешь к нему в тачку на навигаторе, там ему отметочку скинешь, чтобы самому не палиться, куда отвозить машины. Вкратце расскажешь, как вскрывает, что, как, потому что вряд ли. Ну, он, конечно, хоть и гонщик, но так. Расскажи ему вкратце. А вот. Ну и все, если он согласится, писанется, скажем, что не этот, на проценте посидит у нас. Вольется в доверие, будет зарабатывать больше. Пока так, проверочное задание будет для него. И еще не забудь упомянуть, что те деньги, которые ему Фил дает, очень нежелательно, чтобы их обнаружили копы, иначе будет много вопросов. Они же у него там в крови все по-любому опять. Хер его знает, где он достает их. Поэтому я все... думаю, сколько ему процентов отдавать. Да это я буду думать, а не ты. Да кому сейчас нужно будет сказать, а то он не согласится. Все зависит от того, сколько заработает. И напомни ему, что если он надумает вдруг меня кинуть, он здесь вообще больше ездить не будет. Не то, что ездить, еще и ходить будет, не сможет. Будет князем одного трона. Не иди на поводу этих хулиганов, но... Но нам очень нужно, чтобы это... Чтобы он согласился, а то ты пока это... На счету у копов. О, как завернул, бля. Да, я старался. Посмотришь на мои троны, говорит, да, да, сфоткаемся по-любому. Надо тебе что-нибудь из Екатеринбурга привезти. Если кулинария готовим, голубцы, ну. Голубцы, бля. Так, все заработанные деньги пускай тебе привозят, которые Фила даст. Вы только не где-нибудь там, не возле церкви, не палитесь, не возле дома ни в коем случае. Потом деньги отвозишь в дом, кладешь в сейф. Помнишь, у меня в кабинете сейф? Да. Ну, там положишь. Какой код-то? Да, он не закрыт. Хотя нет, знаешь, ну его нафиг. От греха подальше. Положи там в гардеробе где-нибудь, спрячь или в машине где-нибудь, в багажнике. Я сейчас все равно по делам уеду, потом подъеду и сам все сделаю. Может, и тебя научу в скором времени. Хотя, что медлить? Хрен с тобой. Там в сейф положишь, потом, значит, у меня на компьютере... Свяжешься с, запомни имя, Джигиро. Записал? Джигиро. Джигиро. Да. Напишешь ему письмо, укажешь сумму. Он подъедет, все тебе поменяет, скажем так. Очистит от крови. И уже чистые денежки можешь у себя пока хранить. Ты же меня не кинешь, да? Да я не думал. Ну смотри у меня.
А, будет как-нибудь на матч сходить здесь. Ну, с губернатором поговорить, глядишь. С губернатором на VIP-места сходить. Как падре, если... В конце концов, все вы будете слушать мне. Кентуха, спасибо тебе большое за фоллоу. Желаю тебе офигенный домик в Польше и прекрасный быстрый Поршик. Красавчик, присаживайся. Так, Вань, ты что там долго еще, нет? Мне уже через полчаса уезжать надо. Клаксон на коляску. Сука. Такой, знаешь, такой самый был. Старческий, хороший. Сами как подарки во два, это да. Смотри, Машка, как испортилась, в университет пошла. Что за сервер? Последнее время присел на РП. Здорово, Кентуха. Смотри, вот группа ВКонтактике. Туда залетай, если интересно. Сервер называется Destiny. Вот, открылся неделю назад, условно говоря. Народ только подтягивается. Да, сервачок прям топчик. Администрация старается вообще для людей, для игроков по максимуму. Поэтому читай правила, залетай, присоединяйся. Будем рады видеть. Что будет, когда 18 стукнет? Вообще там с ума сойдешь, чё? А, вон он. Долго мы тебя ждали. Привет. Долго ждал. Итак. Мы тебя ждали, придурок. Дорогая форма? А. Понял, понял. Итак, тебе нужны деньги. Что-то я Ваню не слышу вообще, блин. Я хочу предложить тебе одно дело. Не скажу, что оно
Сюда подойди. Хочу предложить одно дело, не скажу, что оно законное. Готов или нет? Почему Ваня не слышно? Я понять не могу. Да там на самом деле все просто. Но, сам понимаешь, такой период, сейчас без денег никуда. Выживаем как можем. Нужно просто машины перегонять. Почему Ваня-то не ну, слышит? Ну, там пару моментов я тебе подробнее расскажу, но основная цель в этом. Денег много получишь. Там проценты тебе будут капать. Итак, есть человечек, Фил, ему будешь пригонять машины. Я тебе дам специальные, ну, как бы ключи от машин. Ему нужны именно те машины, которые ты вскроешь этими ключами. Там даже ребенок разберется, я тебе могу инструкцию дать. Ничего сложного. Это, конечно, интересно, да, но просто я больше потому, чтобы забрать машину и уехать. Не хочу какой-то такой, чтобы взламывать или еще что-то. Вот перевести что-то из одной точки в другую. Вот было бы прям мое. Ну смотри, там не менее 1000 точно будешь с одной получать, я так думаю. Подумай. Давайте я возьму время на размышление, если что, я вам напишу. Да что тут думать, малой? Все в порядке. Берешь машину из пункта А, везешь в пункт Б, получаешь бабки, даешь вот этому молодому человеку, зарабатываешь сам бабки. Будешь хорошо работать, будешь хорошо зарабатывать. Че ты боишься, я не понимаю. Чё остолбенел-то? А могут возникнуть проблемы какие-то? А у тебя в жизни вообще часто возникают проблемы? Могут проблемы возникнуть, если ты откажешься? Возникают проблемы из-за слишком быстрого вождения. Конечно, возникают. Но ты же у нас гонщик, ты же не попадешься никому, правильно? Ну это можно зависит быть от машины. Ну так а ты не бери машины, которые медленные, бери хорошие, дорогие. Ты не переживай, с нами будешь держаться, будешь ездить на таких же. Нравится? Ну да, симпатичная. Ну вот. Ты же хочешь жить хорошо и в роскоши. Ты же не хочешь вон в такси всю жизнь работать, правильно? Тем более гонщик. Нет, там нас многое ограничивают. Да, поверь мне. Лучше получить такие ограничения, какие вы там получаете, чем ограничения от отказа работы с нами. Знаешь, ты можешь перестать не только ездить, но и ходить. Ясно выразился? Ясно. Ну и славно. А будешь хорошо работать и приносить стабильный доход, будешь купаться в богатстве. Ладно, Дина, дальше сам. Так, если что, ты нас не знаешь. Если тебя копы поймают, ты по собственному желанию это делаешь. К нам ты никак не относишься. Хорошо? Понял? Хорошо, понял. Если что, я на бы связи. На проверку взял одну машинку, а потом там уже посмотрим, что будет. Ну да, давай, будет. Давай, давай на проверку, окей. Инструкцию тоже, пожалуйста. Секунду. Держи, это если с первого раза не получится, со второго должно. Там бумажка, там все написано.
Почерк у меня вроде нормальный, поэтому должен понять. Просто подходишь. Сэнди в магазине. Дергаешь за ручку дверную. И потом начинаешь, так сказать, применять в действии. Ну, вроде понятно. Если что, ты нас не знаешь. Хорошо, а что, куда доставлять и кого забирать это... деньги за тачки? Да, давай, пошли к тебе в машину, я тебе отметочку покажу. Там что-то фигня какая-то, почему-то буррито в вагоне числится. Я что-то сейчас пытаюсь разобраться, не понимаю. Так, мы купили его вот здесь. Это салон в Палето Бэй. Подождите, я тут, пока они там смотрят, я тут попытаюсь, блядь, что-то я запутался, сейчас я посмотрю. Сейчас пока удалю. Удалить сообщение, да, так, горожанин мой. Номер 3, шериф, опросил свидетеля угона ТС Бурита с ГОС 412 магазина продуктов Сэнди Шорс. Сэнди Шорс. Это вот здесь вот. Ну, подожди, Сэнди это вообще... Блин, я хреново ориентируюсь. Вот, меня это раздражает. Угон в Сэнди Шорс. Вайнвуд Хиллс это наша. А Сэнди где находится? Где-то же здесь было. А вот, Сэнди Шорс. Мы здесь заехали за продуктами по пути к металлолому, да? А почему в угон-то оно попало? Что за бред? Странность какая-то. Среди середины, ну так, что там тоже как гопник с района. Давай. Что, все показал, все хорошо? Да, вроде он все понял, я ему пару отмычек дал. Так скажем, тестовых. Ага, отлично. Так, вези меня домой, и знаешь что, заедь сегодня к шерифу. Только как диакон, а не как водитель. Заедь к шерифу, там машина почему-то, которую приобрели сегодня на тебя, не знаю, то ли менеджер в магазине напутал, то ли что, что-то они, в общем, его в этот, в угон подали. Так, что это? Фургон? Да, 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 съезди, убедись, что все в порядке. Странно.
Вообще странно, говорят, что типа ручки, когда дергают, числится угон. Почему это срабатывает как угон, если за ручки дернули? Ну, блядь. Ключи ты там пока достал даже на париалу, ты дернул ручки, чё, почему здесь угон? Ну и чё он встал? Придурок объезжает и всё. Ну вот сейчас пускай Ваня играется. Ты главное, Вань, записывай все, что ты там, как ты там что делаешь, чтобы потом, если что, можно было с этот склеить. Вообще это как-то странно. Дернул ручку и вдруг угон произошел. Ударил кого-то один раз и сразу. Ну, типа, блядь. Из-за этих разных механик постоянно на разных серверах. Блядь, вот такие ситуации происходят, которые, ну, не знаю. Как-то... Не знаю. Хрень какая-то. Дернул ручку, угон. Если ты там, условно говоря, там отмычкой вскрыл, тогда я понимаю, да, угон. То, блядь, ручку дернул. Какой угон? Как это связано? Вообще не... Ну, блядь, я не понимаю этого. Я, может, один такой? И как бы зачем? Случайно дернешь ручку тоже, блядь, и чё? Своей же машины дернешь ручку, поступит угон. И чё, блядь? Сидеть, отыгрывать, блядь, ехать, говорить, что извините, я дернул свою машину за ручку, и, блядь, у меня сигналка, что ли, сработала? Не знаю, странно. Странно, странно. Сейчас тебе покажу, как еще деньги, если что, чистить. Конечно! Придурки! Красота, все черное. Так, значит, смотри.
Подожди, я ствол уберу. Ага, пойдем за мной. Я уже забыл имя чувака, через которого там, как там, Джирингу или как его там, сука, на ходу сочиняешь имена, потом страдаешь. Так, значит, смотри. Все грязные денежки приносишь вот сюда. Уловил? Куда-нибудь, на стол положи, еще куда-нибудь, не знаю. В кабинете все равно никто не шарится. Ага. Потом вот здесь вот, видишь, Джиринго. По скайпу можно созвониться. Так. С ним созваниваешься, называешь точную сумму. И все, оставляешь деньги. Я потом приеду и с ним уже поменяюсь. Если меня не будет, тогда вот здесь в сейфе возьмешь аналогичную сумму. Проверь, открывается, нет? Да, я проверил. Все в порядке. Ну вот, в принципе, все. Так, я сейчас подъяло... Блядь, эта маска говорить мешает. Подъяло? Да. Я сейчас поеду по делам, отъеду. Ты пока поработай. К шерифу можешь не ездить, на его нахрен лишний раз полиция. Если вдруг остановят или что-то зададут вопрос про этот наш фургончик, скажешь, что там, не знаю, ключи забыл, там, пока искал, сигналку отключал, там, кто-то позвонил уже или еще что-нибудь, не знаю, херь какую-нибудь сочини. Не хочу, чтобы он привязывался к нам. Так, за таксистом поглядывай, что он, как он и так далее. Я смотрю, он парень так-то неплохой, надо только это, немножечко припугивать его, а то долго думать начинает. Ну и в принципе все. Если что, мы не при делах, как говорится. Нужно, чтобы он поработал с нами. Конечно, нужно. Вот. Но ты пока развлекайся, значит, что из задания у нас на сегодня? Последи за таксистом, поработай с ним. Ну и в принципе все. Вот здесь вот Бордо 95-го года, кстати, если что, угощайся. Так, ну что, ребят, я поехал. Я поехал. Всем большое спасибо за то, что смотрели. Все, кто заинтересовался сервером и хочет присоединяться, пожалуйста, заходите по ссылочке в группу ВКонтакте. Читайте правила, пишите, регистрируйтесь, все дела. Вань, ты сегодня там это... Ты не будешь, что ли, сегодня отыгрывать? Вот. А, надо ИРЛ дела поделать до конца. Я понял. Но ты там с Пашей спешись, когда ты там хочешь, если что, отыграть это все. Может, я уже подтянусь, но вряд ли, потому что я приеду поздно ночью. Вот. Так что заходите, читайте правила, подключайтесь, чувствуйте себя как дома. Всем спасибо, всем новеньким большой привет и спасибо за все это. Вот. Так что давайте. Всем пока-пока.